48 тысяч долларов. Прекрасной зеленой американской валютой. Ты глянь-ка на это. Немного попозже я покажу тебе, для чего это нужно. И... Мне ужасно стыдно. Ну, что у меня они тоже были нечасто, поэтому, надеюсь, ты не будешь возражать, если я лишь на шестой или седьмой раз смогу раскинуть свои ноги. Нет. Еле успел. Она пыталась меня убить. Ты пыталась меня левой. Ко мне еще никто так близко не подбирался. Если ты тронешь ее, то Бет крышка. Как ты это понял? Какое отношение Джон имеет к Чангу Ми? Наверное, он с ним в сговоре. Хоть это радует. Лоренс, я понимаю. Нужно ее спасать?